Всем привет, дорогие друзья! С вами, как обычно, Паша Влезин, Леха Жел. И сегодня мы играем в игрушку Bonsai MG, да, опять онлайн с рубрикой «Битва воров». Всем здорово, чуваки! Друзья, сегодня в серии мы с Лехой приехали в самый богатый и крутой район Лос-Антоса, где сегодня мы попытаемся своровать три самых лучших автомобиля. И на ворсу самих машин нам будет даваться только 7 минут. И за это время мы должны найти машину, своровать ее и привезти на спавн. Ну и после того, как время у нас уже вышло, мы берем сворованные тачки, тюнингуем их, прокачиваем и берем их же на испытания. А в ходе испытаний мы выявляем победителя этого ролика и выявляем, у кого скилл круче. И, друзья, я желаю вам приятного просмотра, но перед этим давайте спустимся вниз и поставим на этот ролик 10 тысяч лайков. Вот реально, друзья, мне нужен каждый ваш лайк. Вот от каждого человека, кто посмотрел этот ролик. С каждого по лайк. Не спускаемся и ставим лайкус. И я уверен, то, что за 5 секунд никто сейчас не успеет поставить лайк. А время пошло. 1, 2, ставь лайк, 3, 4 и 5, стоп. Ну, слушай, мне кажется, ты не успел поставить лайк. О, стоп, успел, что? Ну, ладно, если ты поставил лайк, друг, ты, я не знаю, ты флеш мне какой-то или Соник. Короче, ты очень быстрый. Я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. Ну, мы погнали. Ребята, мы с Лехой уже готовы начинать нашу рубрику, готовы уже воровать наши тачки. И, Леха, ты вообще готов к воросту тачек или что там? Ну тогда давай, 1, 2 и 3, полетели! Стартую! Так, ребята, так как это у нас, ребята, богатый район, то тут должны быть богатые машины. Так, ну, я такси нашел! Я куда? Куда я? Я в богатый район поехал. Капец, ребята, ну ладно, давай едь, блин, а я буду искать дальше какие-то крутые тачки. О, нифига, что там в полицейском? Полицейский участок, точно, ребят, тут же есть по-любому Ламборгини, ребят, смотрите. Я Бентли нашел. Бентли? Так, ну ладно, если что-то можно... нашел RS8. В смысле? Спортивная, в тюнинге стоит, офигеть. Ты что там нашел? Алло, покажи мне, подожди, ты покажи мне тоже я тачки, вот где тут, ты нашел. Вот тут, но я брать не буду, это спорткар обычный. Ну-ка, ребят, давайте подойдем к Лехе, посмотрим, потому что, ребят, так как это богатый район, то тут по-любому должны быть богатые машины. Я для тебя тачилу нашел, смотри, какая быстрая. Да, нет, мне это не надо. Ребят, смотрите, реально, Audi, офигеть, со спойлером. Блин, ну не, это спорткар. Да, это спорткар, ребята, это ботов спорткар, который особо не едет. Так что я его не буду, ребята, брать. Так, ну-ка, может, это тут сюда. Это реально богатый. Это не богатый район, это тюнингованный район какой-то. Ну, реально, да-да. Тут больше тюнингованных машин. И, ребят, ну реально, влепите лайк. Вот кто еще не поставил лайк, ребят, советую вам нажать на кнопочку лайка. Если что, он это внизу находится. И тут... О, еще одна. Да ладно, она тоже прокачанная тачка. Тонировка. Нормально. Тонировка, диски, спойлер. Ребят, что за прокачанная серия? Слушай, ну это у нас какая-то непонятная машина, я ее не буду пока что брать. Тоже спорткар какой-то ботовский. Суперкары, суперкары надо. Суперкары, где бы суперкары найти? Ё-моё, ребят, вообще непонятно. Ну-ка, может... О! Ты что, нашел там или что? Я нашел спорткар тоже. Спорткар? У него даже раскраска есть, и спойлер раскраска? Крутой. Раскраска? Так, ну... А вот какой, я тебе не скажу, ну, он ладно. Самый быстрый. Так, я знаю, ты нашел Porsche этот прокачанный такой, не? Нет, или... я нашел Султан РС. О, Султан, о, нифига, и ребята, знаю, как Султан РС вообще тюнится, то это очень жесткая Subaru. Машина. Капец, ребят, ладно, Лёха нашел на Султан, о, это внедорожник, ну-ка, может, внедорожник? Нифига себе! Нет, нет, я, ребята, угоню вот эту машину. Так, она закрыта. Внедорожник! Откройся. Так, ну-ка, ребят, давайте, открой машину. Так, ну, ладно, выбей стекло и бам! Новое поставлю. Ребята, это же Tesla Model X! Ребята, YouTube прислал новую статистику нашего канала. И это просто жесть! Статистика упала на 131%. 131%, ребят, это же просто жесть! Даже сам YouTube уже пишет, что все очень плохо и просит вас подписаться на канал, потому что 63% просто не знают о существовании красной кнопки подписаться. Ребята, давайте вместе поднимем статистику подписок и избавимся раз и навсегда от красных кнопок подписаться. Сейчас же, вот
кто смотрит этот ролик, пожалуйста, друзья, спуститесь вниз и проверьте, какого цвета у вас кнопка подписаться. И если она у вас красная, то чего вы ждете, блин? Нажимайте на нее быстрее и делайте ее серой. Это же, блин, просто делать всего лишь одно нажатие по одной кнопке. Ребята, давайте поднимем статистику вверх просто. Надеюсь, вы подписались, вы поставили лайк. Я не знаю, я просто хочу плакать. Ребята, офигеть, это же самая быстрая электротачка! Ребят, все забираем, давайте и быстрее привозим. Мне кажется, твоей Субари будет просто капец. Офигеть, нет, ребята. Нет, тебе да, капец. Да, да, конечно. Так, ребят, слушайте, блин. Смотри, какую машину нашел. Вау, да, что за... О, нифига себе, слушайте. Он ребят, не хочет отдавать мне ее. Она жесткая. Да, да давай, отдавай там ее. Так, ну-ка. Я не могу, блин, заехать. Так, ладно, ребят, придется. Ты что там делаешь? Ну, давай, удачи тебе. Так, а я, ребята, припаркуюсь. Ну, слушайте, честно говоря, я очень рад, что вообще нашел Теслу. И она мне очень нравится. И в первую очередь, так как это электромобиль. Так, выходим из него. А мне не очень электромобиль нравится. Не очень, а вот, ну, не знаю. Мне как-то вот двигательные и электромобили, они как-то наравне, вот, но мне как-то все равно. У них звуки есть эти. Вроде. Ну, не знаю, ребята, вот напишите вы в комментариях, вот вам нравятся электромобили или нет. Вот ну, реально, напишите в комментариях, будет очень интересно почитать, потому что мне вот лично, ну, наравне, мне без разницы. Хоть и звук там будет, хоть и звука там не будет, ну, как-то пофиг. О, это что, Руя? А как вернуться мне? В смысле, ты куда-то меня Мерседес вообще увез куда-то на киностудию. На киностудию? Студию. Стой, подожди. Ты можешь меня там подождать? Я куда? Тоже как бы на киностудию. Не, я на киностудию побегу сейчас. Не, ребят, давайте быстрее на киностудию тоже побежим. Я не собираюсь. Блин, ждать. Я же забыл про нее, ребят. Там же по-любому на киностудии будет Руинер. Или же, не знаю, какие-то прокачанные да, тачки. Да, Руинер, конечно, будет. Да, по-любому, который умеет на еще прыгать. Да. Да, по-любому, ребятки, сейчас мы зайдем. Там я бы не отказался. Там фильмы снимаются про инопланетян, про всяких, о, космонавты. Ой, инопланетную машину, прикинь, ракету угнать. О, кстати, да, вот космолет, ребята, вот надо угнать космолет, чтобы на нем потом летать. Так, ну-ка, тут у нас контейнер, так, тут Бентли какая-то. Да я уже на киностудии тут рассматриваю, бегаю. Я тоже забегаю. А, ты забегаешь. Стоп, а ты где? Я что-то не понимаю. А, вот, привет, здорово. Так, ну-ка, может, тут что-то будет? Так, тут у нас ничего нету. А тут рядом машина, парковки нету. Блин, в смысле, ребят, что там, блин? Вон, что такое? А, это кран. А, блин, ёба, я уже испугался, думал, ты что-то нашел. Так, ребят, надо что-то. Бегут за мной. В смысле, ты что, блин? А, ты не за мной. Давай, так, ну-ка, ребята, будем искать. А, он за тобой бежит, тебя сейчас отмутузит инопланетянин. Пошел нафиг, ты что, офигевший? Не трогай меня. Так, я ищу тачки. Так, ну-ка, может, тут что-то повелем 16. Я так, вижу тут... тачку! О, я ее заберу, я! А, это ж перевернутый. Ты че, блин, она фиговая! О, нет, смотри, там сзади смотри. Еще! О, скрабжит, стой, я его! Это мое, я возьму! Полетелый, пока! А, блин, да куда тут, нет? Ой, блин, скрабжит нашел, капец, ребята, а что за фильм? Ой, тут какое-то убийство, ребят, слушайте, детектив! Ой, тут Бэтмен. Стоп, чё? Тут Бэтмен снимают. Подожди, Бэтмен, ты не должен курить. Актер, ты чё? Фиговый Бэтмена пародируешь. Пошел на. Отбери за это костюм у него. Да, офигел. Реально, друзья, знаете, воровать только костюмы. Блин, у нас минута 45, кстати, остается. Так что лучше поторопиться. И, ребята, у меня ничего нет. У меня просто тупо ничего нет. Это а у меня две какой-то. Тачки. Так, ну-ка, может... О, это... Что такое? О, здорово, Лего Бэтмен, ты чё? Слушайте, сегодня какой-то день Бэтменов. Так, Лего Бэтмен, давай, иди отсюда. Я твой Бэтмобиль заберу. Чё у тебя? У меня Бэтмобиль. О, кстати, стойте, подождите. Лего Бэтмобиль нашёл. Я не знаю, но я такого, честно говоря, раньше, ребятки, не видел. И, ребят, поставьте лайк за такой Бэтмобиль. Это какой-то новый Бэтмобиль для фильма или для мультика. Что-то это непонятное. Это для фильма, наверное, там же фильм снимается. Ну там и фильм, и Лего какой-то Бэтмен стоял. Я что-то вообще ничего не понял. Ну, ребята, я нашел Бэтмобиль, и это самое главное. Так, все, привожу последнюю машину. И, ребята, нам надо найти третий, последние тачки. Здорово. Это что за лимузин? Это крутой. Ну да, он здоровый, но это крутой Бэтмобиль. Так, ладно, ребят, давайте... 50 секунд у нас остается очень мало времени. Я побежал туда на парковку. Давай искать как можно быстрее. Так, ребята, 45 секунд, и нам надо найти какую-то машину. Нам надо какую-то любую абсолютно тачку. О, красная машина какая стоит. Так, ребят, давайте побежали туда. Я предлагаю забрать тебе красную машинку. О, слушай, тут дофига на парковке машин. Так, ну-ка, так, фигня. Так, Мерседес красный, так, можно его забрать. Так, тут Руинер, так, ребята, и... Так, это Глиндейл. Руинер 3000. Это не Глиндейл. Так, ну-ка, Порш. Ай, ребята, не знаю, что брать, Порш или Руини Порш. Ё-моё. А так... я заберу вот эту желтенькую машинку. Вот с дороги стоит, которая. С дороги? Ну ладно, забирай там желтенькую машинку. Так, здорово. Ты, стоп,
где она была? Где она была? Подожди. Вот тут, вот на пару, вот тут стояла на парковке. Ладно, Порше, ребят, давайте, итак, Мерседес, так, Руер, или же Порш? Порш, Руер, Порш, ладно, ребят, давайте возьмем Порш, давайте, быстрее, и стоп! Я успел, ребята, прямо на конце таймера я успел забрать свой Порш. Ну, блин, ну это ботовская развалюха же. Капец какой-то. Ладно, ребят, забираем Порш, привозим его на спавн. И, ребят, это просто какой-то капец. Из-за того, что мало времени у меня оставалось, я взял развалюху. И у меня коллекция тачек не очень получилась. У меня, ребята, есть Tesla Model X. Есть, ребята, Batmobile. Есть, ребята, вот такой развалихинский Порш. А у Лехи есть Lamborghini Urus. Да, есть Sultan RS. И, ребята, есть очень жесткий скрам. Это капец какой-то. Короче, ребята, поставьте лайк за сегодняшние тачки, ну а мы их прокачиваем и идем уже на испытания. Ну что, ребята, наше первое на сегодня испытание — это, ребята, гонка по внедорожью, где сравнится электромобиль против, ребята, дизельного или там бензинового, короче, давай, моторчика. Давай. Ладно, раз, два и три, полетели! У-ху. Так, ребята, вот мне кажется, то, что электромобили лучше, чем вот эти ламба. Вот двигатели. Это ламба! Да, это фигня полная, ребята. Вот напишите вы в комментариях, вот вообще нравится ли вам электромобили? Ай, ё-моё, блин, огонь, тихо, мне аккуратненько. Нравится, но бензиновые тачки лучше, их больше. Ну, не знаю, не, и они разнообразней. Ну, не знаю, не, электромобиль, мне кажется, круче, они быстрее, у них разгон там. Их мало! Быстрее. Ну и что, зато скоро будет много. Так, ребята, аккуратненько, вау! Вот когда будет много, ё-моё, будет круто. Ну, это да. Так, ребят, давайте газуем быстрее. Ё-моё, да капец, а чё так? Ребят, я думал, Tesla хорошо будет по внедорожью, а нифигово. А вот по камням. По камням я их перелетел. Ай-ой-ой. Ой, сложновато, ребят. Слушайте, из-за того, что Tesla еще низкая, она... Офигеть. Она очень плохо едет по камням. Ай, ё-моё, блин, как больно. Капец, ребят, вот это испытание. Поставьте реально лайк. У меня уже... Стоп, а почему у тебя эта лампа-то не поцарапалась даже хоть чуть-чуть? У меня лампа четкая. Это капец какой. Давай. У меня Tesla разваливается. Что за бред? У меня просто отлетел капот. Понятно, все, китайская Tesla какая-то. Да, нормальная Tesla, ребята. В богатом районе найдена. Ой, нет. Только не застрянь, Так, ребят, давайте газуем. Там же китайский городок рядом. Ну, да. Кстати, реально. Нет, ребят, надеюсь, что она нормальная. Не китайская. Русская, нормально. Хорошая. Так, ребят, давайте газуем быстрее. Да, тем более. Но это еще хуже, мне кажется. Ладно, да. Давайте быстрее газуем, надо Леху как-то догонять. Так вот, блин, ну вот Tesla, мне кажется, для гонки было бы идеально. А вот для внедорожья что-то, мне кажется, фигово, ребята. Так, ну-ка, может, автопилот поставить? У тебя слишком много мощности электрической. Да, ну, согласен, да, но, ребят, мне кажется, то, что... Ай, Леха! Ой, тихо, опасная труба! Ай, блин, в трубу еще врезался. Давай, в трубе застрять. Так, давай, газуй. Да вы издеваетесь, что за бред-то? Так, ребят, я буду очень быстрым. Так, давай, газуй. Да ща догоню тебя. Так, ребят, давайте обгоняем. Слушайте, ну Tesla реально для гонок. Только не для внедорожья. Ой, я застрял. Ё-моё, да нет, так, ребята, вот сейчас ветряки, вот самое главное, их надо, ребята, пройти. Так, давайте. А, нет, ну куда? Я назад поехал. Я просто, блин, назад вылетел. Это ребята, автопилот. Это капец какой-то. Ну, Леха тут уже, понятное дело, получает свой первый балл. Ребят, ну это просто капец какой-то. Ладно, ребят, давайте перейдем уже к нашему второму испытанию. Ну что, ребята, наше второе на сегодня испытание — это, ребята, последний выживший, где главная задача будет просто не попасть под выстрелы танков. И, ребята, честно говоря, я офигел от этого Бэтмобиля, потому что он китайский, блин, это... Китайский! Ай, ты куда меня? Нет, стой, Ты меня на начало испытания закинул, блин! Капец, ребят, короче... Он для пластмассовый кому-то. Да, он, ребята, он и есть пластмассовый, так как он для съемок был, да, для каких-то Лего там или что-то какого-то Бэтмена, он, ребята, не настоящий, то есть он искусственный, блин. Я тут... буду тебя подталкивать. Это капец какой-то, ребят, тут все не настоящее. Вот эти вот приборные панели, они тоже не ускоритель настоящие. Ускоритель врубай. Да, тут ускоритель даже не настоящий, ребят, это просто какая-то фигня, фальшивка, блин, какая-то. О, что это такое? А, да это полная, блин, фигня, развалюка. Это нарисованный ускоритель. Ну, типа да, ребят, вот именно то, что нарисовано. Ой, танк, ребята, валим отсюда нафиг. Так, тут танк, ребят, так что лучше свалить в ангар. Ой, ё-моё. Ребята, это просто жесть. Я припарковался, неудачно. Ты чё, блин? Сейчас тебя танки взорвут. О, ребята, у меня есть тактика. Я выезжаю и прячусь именно вот за эту бочку. Вот так все. И меня, по сути, никто не должен взорвать. А я помогу тебе спрятаться. Ой, Лёх, мне кажется, тебе конец. Тут три танка выехало. Три танка. Ой, Лёха, давай, Лёха. Давай, я за эту бочку. Лёха, тихо. Да, это моё было место. Это моя нычка. Давай, тебе. Вай! Ребята, тихо. Вай!
Ну, меня взорвали. Меня взорвали, блин, ты меня просто откинул ускорителем, и я взорвался. Капец какой-то. Ладно, друзья, сейчас у нас 2-0 в Лёхину пользу. Это капец какой-то. Ребят, давайте отыгрываться в следующем испытании. Ну что, ребята, наше третье на сегодня последнее испытание. Это, ребята, банное СМО на суперкарах. Мы решили, знаете, не проводить гонку, а то это уже неинтересно. И взять и потолкаться. И, Лёха, 1, 2, 3, полетели! Я тебя уничтожу, потому что у меня, ребята, быстрый Порш. Посмотрите, как я его прокачал. У меня мега-субару! Что это такое, блин? Японская фигня какая-то. Так, ребят, давайте уничтожать Леху. Сейчас вот так на 1, 2, 3. Вот так, у тебя огонь идет зеленый. У меня это дым. Очень опасный дым. Я дракон. О! Бам! Слушайте, а суперкары-то неплохо-то толкаются, мне кажется. Так, ну-ка, я бам! Еще потолкаюсь. Давай, сюда. Бам! Да я тебя уничтожу, ребята. Порш лучший. Так, ну-ка, ты чё? Нифига так, давай. Да фига подобно. Так на. Ой, блин, так ладно, уворачивайся. Смотрите, ну, ребят, у меня есть тактика. Мы берем. Бам! Да, я сейчас уничтожу. Так, блин, надо какую-то тактику. Дай мне! Хотя бы развернуться! Пошел отсюда! Все, ребята, уничтожаю я Леху. Получаю свой первый на сегодня балл. Что-то у нас 2-1. И, ребята, я сейчас смогу отыграться. Ну что, ребята, наш второй раунд. И, Лёха, 1, 2, 3, полетели. Так, я давай. Вот думаю, как бы тебя еще раз кинуть на моем суперкаре. Вот так, бам! Слушай, мне кажется, твоя Субара немножко, она легкая такая. Отстань меня. Тихо, у меня спойлер, блин, цепляется за самолет. Да, ща подойду и уничтожу. Слушайте, ребят, ну Порш, ты реально очень крутая машина. Так, тихо. Тормози, ты чё? Ты чё затеял? Какой? Я спрятаться хотел. Ты чё? Я застрял. Ребят, ну, да. Слушайте, выстрел. Да, ты чё офигел, иди сюда, блин, ребят, такой шанс был скинуть. Да, хотел тебя скинуть. Ребята, я скидываю Лёху, получаю свой уже второй на сегодня балл, счёт у нас 2-2. И, ребят, давайте решим уже в третьем нашем раунде, кто у нас будет победителем. Ну что, ребята, третий раунд. И, ребят, я надеюсь, что я отыграюсь. 1, 2 и 3, Лёха, полетели. Давай. Мой дракон тебя просто сейчас сожжет нафиг. На! О, блин, нифига ты, Субара. Ай, тихо, так, аккуратненько, ребята. Ой. Главное, сейчас вот так бам тебя в бочину. Слушай, мне кажется... Нет, ты меня не скинешь. Да, скину. Смотри, тут... Ой, так, ты чё, ты... Я, в смысле, я... Оп. Ай, тихо, ребята, мне это уже не нравится. Так, теперь тихо, не трогай меня. Разозлился. Бам! Да, конечно, сейчас улетишь, блин, сам разозлился. Он так, ну-ка, ребята, бам, бочиной. И, Лёха, пока! Нет, стой! Пока! Все, ребята, я скидываю Лёху, получаю свой третий балл. И счет у нас 3-2. И сегодня я побеждаю в серии. Ну что, ребята, данный видеоролик у нас подходит к концу. Если вам понравился этот балл, поставьте ему лайк. Подпишитесь на мой канал, сделайте красную кнопочку подписаться серой. А также не забываем подписываться на моего друга Лёху Жила. Ссылка у него в описании. Всем удачи, всем пока, народ! Всем пока, чуваки!